Приветствую, друзья, на канале Pokemon Go. С вами Дмитрий, и в этом видео мы расскажем вам о 5 ледяных покемонах. Итак, поехали! Покемон номер 1. Ауророс. Огромный динозавр-покемон со светло-голубым цветом кожи, зеленовато-голубым животом и голубыми глазами. У него много ледяных камней по бокам его тела и длинный завитый хвост. Когда он издает крик, его мембрана на голове пульсирует светло-зеленым цветом, а когда он атакует, мембрана становится оранжевой. В общем и целом, это довольно миролюбивый покемон. Покемон номер 2. Глацеон. Покемон ледяного типа, введенный в 4-м поколении. Глацеон эволюционирует из Иви, если во время нахождения тренера возле ледяной скалы у него повышен уровень. Глацеон – это покемон леса со светло-голубым мехом. У Глациона на голове своеобразная шерпа – челка. Глацеон может использовать любые атаки Иви с добавлением атак ледяного и водяного типа. Покемон номер 3. Клойстер. Покемон двойного водяного ледяного типа из первого поколения. Клойстер – это двухстворчатый моллюск с тельцем в форме черной жемчужины внутри. Внешняя раковина, поверхность которой по твердости не уступает алмазу, не просто состоит из двух створок, она еще состоит из двух оболочек, которые дают покемону непревзойденную защиту от атак. Снаружи раковина покрыта шипами. Покемон номер 4. Снорант. В зависимости от пола, этот покемон может эволюционировать по-разному. Самки могут эволюционировать в Фросвас при использовании Камня Рассвета, а самцы в Глейли при повышении уровня. В целом, этот покемон любит забавляться и замораживать все вокруг. Пятый покемон – Фросвас. Покемон двойного ледяного и психического типа с 4-го поколения. Это человекоподобный покемон, который выглядит как человек, который носит белое кимоно с поясом розового цвета. Фросвас эволюционирует исключительно из женских особей Сноранта, если у тренера есть рассветный камень. Друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Дмитрий, до новых встреч, пока!